Всем привет! Всем здравствуйте! Сегодня у нас тема стемпинга. И стемпинг у нас непростой. У нас стемпинг с использованием... Сейчас я вам покажу чего. Пластины, которая посвящена как раз технике Нейл Круст. Да что ж такое, типсы отваливаются. Так, всем привет-привет! Я в прошлый раз обещала, что я с пластиной буду делать... технику Nail Crust. Я сегодня для вас приготовила вот таких два варианта. Один делается гель-лак, жидкий камень, гель, а второй вариант делается с импастой. Так, что я комментариев не вижу? Почему не вижу комментариев? Ладно, фиг с вами. Поехали. Раз. Два. Что мы будем с вами использовать? Конечно, для техники Nail Crust вообще в идеале использовать пастельные цвета. Поэтому я сегодня работаю коллекцией новой. Вот она у нас коллекция. Весна. Нет, а блин, где крышка? Юля! У меня почему-то нет крышки от коллекции. Soulful Morning. Сейчас я вам покажу коллекцию Soulful Morning. Идеально для Soulful Morning. Почему-то крышки нет. Я на крышке. Смотрю, смотрю. Я... Крышки от... Да, крышки от коллекции нет. Видите, пастельная коллекция. А она идеальна для вот этих сочетаний, фактуры и фона. Просто вот прям. Получается очень вкусно. Я сейчас не буду вот эти же оттенки использовать. Я сейчас возьму, сделаю в других цветах из этой же коллекции. А вы просто сравните. Видите, что она здесь? Давайте возьмем вариант, например, вот она, Soulful Morning. Смотрите. Вот она, красивая. Вообще, у меня, конечно, сегодня еще по протоколу я должна показать новые лаки для стемпинга. Видите, 10, 7, 8... 9 и 11. Но я когда начала Nail Crust показывать, поняла, что я лаки не помещаются в показе. Вот, поэтому, если что, время останется, я в конце какой-нибудь вариант еще и с лаками для стемпинга. Почему я их не буду сегодня использовать в Nail Crust? Потому что в Nail Crust, если мы хотим сделать именно вот эту барельефную технику, цвет нужен какой-то сероватый, графитовый, коричневатый. Итак, поехали. Какой выберем цвет? Давайте выберем розовенький. Номер 415. Коллекция действительно роскошная, вкуснейшая. Роскошная и вкуснейшая. Делаем однотонное покрытие. Сушим. Дальше. Если мы хотим, чтобы контур у нашего трафарета был нейтральный, такой вот, не яркий, нужно взять что-то либо полупрозрачное, либо неяркое. И я вам предлагаю поработать импастой. Возьмем белый и черный, смешаем между собой. Мало того, что это же импаста, все-таки краска, она для стемпинга в идеале не подходит. Но мы все равно ею работаем. Это если нам нужно сделать какой-то эффект прозрачности. И вот мне как раз сейчас нужно, чтобы у меня контур получился такой нейтральный. Поэтому вот здесь как раз белый рафинад и черная смола нам отлично в этом помогут. Так, берем палитрочку.
такой вот серый оттеночек. Такой нейтральный цвет у нас с вами получился. Возьмем как раз вот этот номер один. Он когда-то был самый-самый популярный вот этот вот вариант орнамента. Вот я его до сих пор и использую, потому что вот, ну, не знаю, вот он классный. Смотрите, можно по дисперсионной пленке отпечатывать, но не очень хорошо по дисперсионке работать краской гелевой. Поэтому можно вот здесь вот снять просто липкий слой. Видите, что? Ладно, дубль 2. Не надо было жидкостью. Надо было досушить. Хорошо, повторно делаем. Не будем обезжиривать, нанесем просто теклос. Такое бывает, кстати, это если типсы так обезжиривать. Ладно. Хотела себе сэкономить время. Сэкономила. Так, пока он у нас просыхает, мы дальше на палитре берем этот же цвет гель-лака. Смотрите, это первая техника, Nail Crust я вам показываю. Когда у нас нет красок, например, гелевых, эмпаст, а есть только лак, и вот из лака можно сделать рельеф. Для этого нам понадобится жидкий камень гель. Привет, привет, девчонки из Саратова, тоже привет. Смешиваем все это вместе. И у нас гель-лак сейчас превратится в такой 3D-гель. Вот, ну, в зависимости от того, сколько гель-лака будет, сколько жидкого камня, будет либо более густая консистенция, либо более жидкая. Вообще, конечно, вот этим 3D-гелем не очень комфортно рисовать. Вот, но можно. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Так, пока мы в сторону откладываем, здесь перекрываем для стемпинга теклоса. Еще раз, можно обезжирить. Потому что эти типсы не очень хорошо обезжиривать. Теперь берем вот этот серый цвет краски. Кстати, если, например, краски гелевой нет, чтобы прозрачность сделать, можно взять любой лак. Я вот сейчас второй вариант буду вам показывать самым обычным лаком серым. Я уверена, что у вас в арсенале есть какой-нибудь серый оттенок лака. А лаки, они в отличие от красок для стемпинга, ложатся полупрозрачно. Это как раз то, что нам нужно сейчас будет для стемпинга. Поэтому я специально сейчас не использую краски для стемпинга. Вот втирающими движениями наносим. Сейчас как раз смотрим еще раз, как работать красками гелевыми, в отличие от лампы, от лака. Смотрите, сейчас делайте там несколько заходов. И вот так. Перпендикулярно прижали, отпустили. И также перпендикулярно прижали, отпустили. Все, и кладем в лампу. Остатки я не буду вытирать. Я также кладу в лампу. Там буквально на 15 секунд этого достаточно. Сейчас сушу в лампе.
Привет из Феодосии, девчули, Саратов. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, здравствуйте. Это какой-то ASMR, можно слушать вечно. Мой голос заставляет человека входить в трансовое состояние. Ой-ой-ой. Короче, вы увидели, да? У меня вот здесь вот скотч. Я на скотч остатки с полимеризованной эмпасты отпечатала. И вот оно у меня чистенькое. Но, знаете, в чем особенность? Все равно со временем поверхность портится. Это именно из-за красок гелевых. Вот от лака, в принципе, штампики долго живут. А вот если периодически использовать краски гелевые, вот эта дисперсия, вот это вот все, оно быстро портит поверхность. Теперь наносим матовый топ. Матовый топ создаст очень красивую, мягкую поверхность, на которой будет очень красиво смотреться барельеф. А барельеф, он тоже будет не глянцевый, он будет такой полуматовый. Рассказываю, как родилась идея Nail Crust. Я периодически об этом рассказываю. 13 лет назад мы делали ремонт в новом салоне бьюти-комплекса в Понси. Это 4 этажа, мы построили на собственные деньги. Это первый такой глобальный проект был наш, когда мы поняли, вот это мы выросли, вот это мы крутые, короче. И я там делала ремонт совместно с дизайнером, и очень много делала, подбирала все сама. Увидела обои в одном из строительных магазинов, называется фирма Len Crust. Кто слышал Len Crust? У них офигенно дорогие обои, они просто... Классный эффект дает, знаете, такой вот гипсовой штукатурки, но только не просто штукатурки, а когда идет гипсовый орнамент, вот понимаете, обои называются деревянные, вообще деревянные обои, ты реально ты трогаешь, такое ощущение, что это дерево, но оно такое гибкое, и эти обои их прям гвоздями прибивают, вот такими полотнами, потом их тонируют, красят. Я помню, когда работали штукатуры, я просто влюбилась в эти обои, я сказала, нужно сделать точно такой же на ногтях. Я помню, я год мучилась и придумала вот такое вот совмещение поверхности, а там же все орнамент был. Орнамент нарисовать вручную, ну такое количество нереально, даже для меня, для художника, потому что ну просто лень делать это клиентам, еще и вручную. Вот, поэтому пришла идея сделать трафареты, слайдеры, и уже по ним делать вот эту объемную текстуру. И все это матовое, и в конце получаются не контрастные варианты дизайна. Смотрите, видите, они не контрастные. Издалека, в принципе, будет смотреться как однотон. Все, и сейчас я вам предлагаю поработать... вот этой консистенции. Смотрите, на любителя, конечно, кто-то скажет тяжеловато, что это слишком густое. Но, в принципе, при желании можно. Техник Nail Crust мы даем очень много. Основная техника Nail Crust, она совмещение. Это эмпаста и жидкий камень-гель. Ну, например, если нет эмпасты, а гель-лаки есть... Да, сейчас гель-лаки есть у всех, то вам можно докупить только жидкий камень-гель. А у кого-то и жидкий камень-гель есть. Получить вот такую 3D-консистенцию. Да, она не особо подходит для росписи, эта консистенция. Но накладывающими вот такими движениями даже очень удобно. И начинайте монотонно вот это все заполнять. Я сейчас ее показываю такой более лайтовый вариант, упрощенный. Раньше я это давала более сложно. Там другая чуть-чуть последовательность была. Вот, ну, я думаю, в современных реалиях это и не нужно. Никто не оценит наши старания. Блин, у меня раньше это была самая любимая техника. Боже, как же я эти ногти обожала. Я обожала ходить с этим маникюром.
Слушайте, наверное, мне нужно. Я все, знаете, думала, какие же мне новые ногти будут. Я все хотела же сделать весеннюю коллекцию. Я такая сижу, думаю, блин, а может мне Нейл Круз сейчас вот забахать? Возродить эту технику. Все забыли. Но знаете, кто не забыл? Европа не забыла. У нас европейские наши фанаты, они до сих пор любят Нейл Круз, и они его делают. Точно. Я все думала. Обратите внимание, как долго я хожу. Почему? Потому что я эти ногти делала сама. Я себе сделала толщину такую хорошую, что если удар, то все держалось. Видите, почему нужен такой вот нейтральный цвет контура? Здесь вот очень важно, чтобы контур был не ярко выраженный. Тогда оно нежно получается. Ну, такими набирающими движениями. И самое классное, что эта штуковина вся высыхает. Вот если в импасте вы хоть чуть-чуть перепутаете, она не просохнет, ну, либо у клиента сколется, то здесь плюс в том, что, видите, это все очень здорово просыхает насквозь. Просыхает благодаря жидкому камню гель. Вот, кто-то уже, Саша Вонг, пишет, что сейчас сделает себе такой вариант. Ой, я прям соскучилась. Прям хочется, чтобы вот такая была нежнятина. Вот оно получается не контрастное. Не, понятно, что я, наверное, какие-то шармикончики добавлю, а потом уже буду делать заполнение. Ладно, нужно садиться делать просто. Мне как раз, наверное, на этой неделе будет время сделать себе ногти. Вот и сделаю себе Nail Crust. Прям что-то мне так захотелось. Ну, кто-то скажет, конечно, геморрой. И, ну, я согласна, что это не все мастера и клиенты захотят сидеть, делать. Ну, хочется тряхнуть стариной и сделать что-нибудь сложненькое. Да, кисть 5.0, синтетика. Здесь очень важно, смотрите, если вы работаете в основном колонковыми кистями, то конкретно для Nail Crust, вот особенно для такой вот густой консистенции, видите, что это такой прям 3D-гель. Лучше брать жесткую кисть, поэтому это должна быть синтетика. Вот. В Эми как раз у нас только синтетика осталась. Я много лет назад еще все колонковые кисти убрала. Вот. Ну, в принципе, нормально, можно этой консистенцией рисовать. Густовато, конечно, но ничего, так нормально. Видите, где-то я рисунок даже не трогаю. Вот я люблю досушивать, потом сверху еще добавлять, чтобы, знаете, каждый лепесточек был отдельно друг от друга. Друг от друга. Так, сижу, делаю себе. Так, это я читала. Здравствуйте, скажите, какой кисть рисуете. Так, Катерина, скажите, пожалуйста, будет ли фабербаза 3 выпускаться, а то жду ее уже месяца 3. Будет. Фабербаза, она приходит, просто партии очень маленькие приходят. Там, чтобы произвести эту фабербазу, сырье основное, которое идет, оно идет очень ограниченно, девочки. Потому что это Америка. Сейчас там такими сложными путями все это везется. Вот. А так фабер, она есть. Она приходит периодически. Просто объем такой небольшой приходит, что она быстро ее разбирают быстро. Поэтому в следующий раз, когда она появится в наличии, и если ты любишь фаберы, вот, ну, как бы сразу бери много. Про запас, чтобы у тебя не было вот таких перебоев. Да.
Мы досушим потом все окончательно. Сейчас можно вот так подсушивать. Галя, а сделай мне тоже кофе. Кофе. Ой, хочу такие ногти. Так, надо цвет выбрать. А может быть, разноцветные сделать? Не-не, сделай мне кофе, пожалуйста. У меня просто голова очень сильно болит. Я сейчас, если кофе выпью... Ой, благодарю. Так, все. Сейчас в конце я вам показываю маленькую фишечку, благодаря которой становится очень красиво. Так, самое главное, как называется пластина, девочки? Сейчас. Пластина называется «Цветы и узоры номер 9». Когда вы зовете Галю, я оборачиваюсь. Да, Галюсик, наш Галюсик, она уже в декрете побывала. Самый древний наш секретарь. Предыдущий секретарь отработала 8 лет. Галя, наверное, столько же вот сейчас уже работает. Так, смотрим. Помните, это был слайдер-трафарет. И это был слайдер-трафарет, и это был слайдер-трафарет для Нейл Круста. Вот это самые первые были. Это номер 1, номер 2 был. Так, вот это, по-моему, номер 5. Кто помнит вот эти? Вот этот люстра, я ее называю, самый популярный. Розы, цветы для акварельной... Для трафаретной акварели, для китайской росписи классно использовать, для жестовской росписи. В общем, такие, знаете, вот базовые варианты, которые вам пригодятся для разных техник. Потому что с трафаретом все равно быстрее и проще рисовать. Ну, согласитесь, да? Быстрее намного делать. Пропорции, девочки, на глаз не принципиально. Смотрите, сейчас я вам объясню. Будет там больше гель-лака, будет жиже. Но, по идее, все равно просохнет. Вот, лучше делать 50 на 50. Это идеально. Если для вас это будет очень густо, ну, делайте там, может быть, 3 к 1. Так, обезжириваем, потому что жидкий камень, гель-лак, это же все блестящая поверхность. И сейчас рисунок становится таким полуматовым, полуглянцевым. В принципе, можно и так оставить, но наша техника Nail Cruise, она заключается в том, что мы берем в самом конце эмпасту, белый рафинат. Обязательно эфир сохраним, а как же, девчуля? Все сохраняем всегда. Так, и последний штрих. Сушим. И можно по верхушечкам прям пройтись. Сейчас еще раз. Розы китайской техники. Девчонки, надо попросить, знаете кого? У нас же много экспертов здесь работает. Я просто китайскую роспись не люблю. Я в основном жестовскую показываю, а китайку у меня здесь девочки показывают. Надо, да. Сказать, чтобы показали. Все, сушим 2 минуты. Сейчас исчезнет остаточная липкость. Смотрите, как красивенько. Вот здесь я, кстати, цвет потемнее брала. Контур, видите, смотрится не так нежно. Согласитесь, что когда цвет контура более светлый, нежнее смотрится, да? Мне вот этот вариант больше нравится, когда прям такой светло-светло-серый контур. Так. Второй вариант. Теперь мы с лаком с вами делаем. Такой вариант тоже может быть. Например, у вас нету краски гелевой, да? Ну, нет, у вас только одни гель-лаки. Чтобы сделать трафарет таким неярким, таким полупрозрачным, чтобы он был такой неярко выраженный, можно взять обычный лак.
А обычные лаки для стемпинга, у них какой недостаток? Они полупрозрачные, они какашки. Они полупрозрачные какашки, поэтому для стемпинга специальные лаки выпускают. Спасибо, Стасик, чок-чак. Понимаете, вот почему нужно покупать лаки для стемпинга специальные? Потому что здесь очень много пигмента. Мы, когда для вас готовим их, туда идет очень много пигмента. В итоге это просто покрыть невозможно, оно не просыхает. А в рисунке получается тонко, плотно. Вот. Поэтому, что мы с вами сейчас сделаем? Давайте возьмем вот такой 409 цвет. Покроем сейчас однотонное покрытие. И возьмем обычный лак, потому что он полупрозрачный. Здесь как раз вот стемпинг из специальных лаков для стемпинга лучше не использовать, потому что слишком плотно ложится. Вот, я сейчас сидела, ковырялась, мне тут девчонки принесли коробку вон, лаков наших эмишных. И я вот тут нашла такой вот 115-й. В принципе, можно взять, было бы, вот, например, какой-нибудь 129-й. Короче, любой гель-лак, и он ляжет полупрозрачно. Вот коричневый можно взять тоже. Он будет полупрозрачно ложиться, потому что лак вот так плотно не ложится, как краски для стемпинга. Так, ну я взяла вот такой вот серенький. Ох, какой вопрос. Катя, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вылезет аллергия на гель? Решила на себе попробовать другую фирму, не Эми. И на следующий день кончики пальцев припухли, вокруг ногтя мелкие пузырьки под кожей. Это аллергия на перчатки или на гель? Скорее всего, на гель. Слушай, ну ладно, это как бы не этичный вопрос, что за фирма была. Ладно, опустим. Скорее всего, аллергия на гель. Очень надо выпить кофе, девочки. Башка сейчас просто лопнет. Так, поехали дальше. Так, стемпинг. Соответственно, снова Теклас, топ без липкости. То без липкости. Девочки, я, конечно, никогда не ела, чтобы вы пили. Но простите меня. Для снятия протрю пластиночку. Так, какой орнамент возьмем с вами? Давайте вот эту вот мою любимую люстру. Вот она. Так, теперь все приготовим. Лаком надо еще быстрее работать. Смотрите, недостаток лака обычного. Он еще быстрее сохнет на воздухе, чем краска для стемпинга лаковая. У меня сегодня тема была весенний стемпинг, а я вам начала на икру задавать. Видите, лак, он полупрозрачно лег, и в этом как раз плюс. Понимаете, что контур он такой не ярко выраженный. Так же, как и в предыдущем варианте, мы с вами делаем матовое покрытие, берем матовый топ.
Берем матовый топ. Да, это люстра. Ее все, этот орнамент почему-то все называют люстрой. Почему, интересно? Он в орнаментах называется люстра. Такой сидит художник декоративно-прикладного искусства. Я в упор не помню, почему. Так, ну что, нам нужно теперь поработать импастой. Ставьте плюсики, у кого есть набор импаст. Краски без липкости. Напоминаю, эмпаста, краска без липкости, подходит только для рисования. Больше ею ничего не делают. Катя, можете показать новую коллекцию, которая завтра будет? О, да, девчули. Она просто красивная. Смотрите, какая она сладенькая, яркенькая. Ладно, давайте, дождитесь окончания, сейчас я вам покажу. Хорошо? Так, ну, эмпаста есть у всех, супер. Сейчас для нас с вами сложная задача, надо намешать такой бирюзовый оттенок импасты, а это как бы квест, я вам скажу. Поэтому мы берем сразу неоновые пигменты, нам они понадобятся, скорее всего. Так, зелененький. Давайте синенький возьмем, не зелененький, а синенький. Значит, синяя импаста Azur Blue и желтая импаста. Где ты вообще? Я же тебя открыла только что. Ой, все, что-то ногти мне начали мешать, девочки. Уже даже для меня это слишком. Длина еще отросла, блин, капец. Так, китайскую роспись хотите, да? Надо менеджеру сказать, кто занимается у нас расписанием, чтобы Аня провела для вас китайскую роспись. Проведем. Именно с использованием трафаретов, чтобы она китайскую роспись провела. Так. Ну, сейчас будем пытаться сделать что-то похожее, потому что здесь неоновые пигменты. Я-то сама их готовила, эти гель-лаки. Я понимаю, что у меня сейчас под рукой нет неоновой импасты. Поэтому сейчас будем пытаться сделать что-то похожее, но без неонов. С пигментами. Уже ближе. Все, добавляем беленького, потому что очень важно, чтобы рисунок у Nail Krusta был светлее, чем поверхность, чем фон. Ну, почти. Не то, конечно, но пойдет. Можно еще светлее сделать. Вот так, когда сложные колеры делаете из импасты, лучше мешать где-то в баночках, в отдельных, палитры Эми брать, которых, по-моему, сейчас в наличии нет. Вот, чтобы каждый раз вот так вот при клиенте сложный цвет не намешивать, время не тратить, лучше, конечно, заранее это делать все в палитрах. В таких. И начинаете монотонно все это заполнять. Это, конечно, сложный орнамент. Кто-то скажет, что можно и так хорошо отпустить клиента. Вот. Ну, сегодня у нас такая тема Nail Krust. Я люблю периодически все это подсушивать, чтобы не растекалось. Где-то какие-то элементы пропускать, не делать их, как они на трафарете, чуть-чуть обобщать. Подсушить чуть-чуть.
Возьму сейчас, наверное, не такой светлый, чуть-чуть потемнее. И да, Nail Cruz — это такая техника, которая... Нет-нет, здесь уже... Это я вам второй вариант техники показываю. Здесь мы с вами просто начинаем закрашивать. Не наливаем ничего, это краска без липкости. Рисунок получается более элегантный, не такой объемный, более плоскостной. Сейчас понятно, что я увеличила, во-первых, еще экран телефона. В натуре это выглядит вообще просто плоскостной рисунок. Объемно выглядит, потому что импаста глянцевая, и она лежит на матовом топе. Вот здесь та же самая техника была применена, видите? Это просто рисунок. Просто рисунок по цвету подобран под фон и выглядит очень нейтрально. Издалека это ногти будут однотонными выглядеть. В среднем цена на ручную роспись, но у нас в салоне от 150 рублей до 150 рублей. Ну такой вот дизайн, наверное, рублей 250 один ноготь будет стоить. В общем, если бы это было 10 пальцев, смотрите, понятно, что дизайн бы я не делала такой на все 10 пальцев. Я бы поступила по-хитрому. Я бы этот Nail Cruz разбросала где-то на пальчика 4. На остальных ноготочках либо вообще бы ничего не делала, либо что-то попроще добавила. Ну, минимум, наверное, 1000 рублей. Рублей 600-700. Дешево это не может стоить, вы же понимаете. Я, например, слепая, даже не вижу сейчас вот здесь рисунка, какой тут рисунок, тем более я еще издалека держу. И я как бы примерно. Можно без фанатизма все это делать. Девочки, надо мониторить, что у вас вокруг. У соседних мастеров, у соседних салонов по цене. И ставить что-то среднее арифметическое. Если вы знаете, что у вас чистота исполнения этого дизайна ну просто великолепная, там, что в радиусе 10 километров в принципе никто такое не повторит, вообще можете цену ставить ту, которую вам в голову придет. Понимаете, вообще ни на что не ориентируюсь. Ориентируюсь на время. Сколько стоит твое драгоценное время? Если, например, делаем роспись сложную, художественную. И по времени это будет примерно как коррекция. Вот. Сколько ты делаешь по времени дизайн? Ой, коррекцию. Вот давай, Ксения Павлова. Я тебя сейчас научу. Давай. Пиши мне, сколько ты по времени делаешь маникюр плюс коррекция. Без покрытия. Сколько по времени у тебя занимает? На ногтях было бы быстрее, потому что, во-первых, таких ногтей нету. В основном все равно длина у всех двоечка, тройка, да? И ну, редко, когда получается, чтобы вот орнамент полноценно весь помещался. Все равно помещается кусок орнамента. Соответственно, нам меньше заполнять, и сделаем мы, соответственно, быстрее.
Поэтому на клиентах всегда быстрее делается дизайн, чем мы делаем его на типсах с вами. Значит, 2 часа. Ох, что-то дофига. Ты что, без покрытия 2 часа? Ксюша, это очень много. Ты без покрытия с маникюром коррекцию должна делать где-то 1:15. Не больше. Ну, 1,5 часа. И час тебе на дизайн. Вот смотри, если у тебя дизайн по времени столько же, сколько коррекция плюс маникюр. Вот дизайн, как ты думаешь, сколько должен стоить? Он должен стоить не меньше, чем ты делаешь коррекцию. У тебя сколько стоит коррекция с маникюром? Ну, сейчас уже без маникюра-то никто не делает. Хорошо. Сколько у тебя сейчас стоит коррекция без покрытия? Ну, или с покрытием тоже сейчас уже никто ж не берет отдельно. Вот цена твоего дизайна будет равна точно такой же стоимости. Это не должно стоить меньше. Видите, я сейчас специально по-хитрому, так интересно получилось. У меня, видите, как намешано? Светлее, средненький, потемнее. Я то сюда кисточкой, то сюда. Оно так прикольно получается. Не однотонное. А, это с покрытием? Ну да, все, смотри. Вот ты 1:15, Ксюша, ты 1:15 делаешь ногти. Стоит это 1500. И если ты решила клиенту сделать вот такой сложный вариант дизайна, ты прибавляешь еще 1500. Вот так бы она просто сделала однотонное покрытие, это стоило бы 1500 для нее, да? А если с дизайном, со сложным, то ногти будут уже стоить там, ну не знаю, 2700, 2800, 2900, 3000. Вот поняла? Вот примерно вот так ориентируйся. Если мастер-виртуоз, вот реально, понимаете, вы адекватно оцениваете ваш уровень творчества на ногтях, дешево не должно быть. Я против. Должно быть достойно. Понимаете? Должно быть достойно. Понятно, что сейчас... Да что ж мне с воздержателем такое? Сейчас в эру скорости быстро делать что-то очень сложно, тяжело творческим мастерам. Негде развернуться. Поэтому я всех призываю к тому, чтобы давайте делать контент интересный. Давайте делать какие-то параллельно с обслуживанием клиентов работы просто для фотографии. Понимаете? Ну, это интересно, понимаете? И достойно, когда клиент один другому рекомендует: слушай, вот девочка, я тебе рекомендую делать у нее ногти. Вот тебе аккаунт, зайди посмотри. Понимаете? И когда человек заходит в ваш аккаунт, видит какие-то нестандартные вещи, понимаете, он будет восхищаться. Он не попросит этот дизайн. Многие боятся выкладывать сложные дизайны в аккаунт, думая, что сейчас все клиенты повально начнут просить. Поверьте мне, нет. Но это, блин, выделит вас. Очень сильно вас выделит. Вот поэтому, Ксюша, понятно, что ты за 1:15 сделала ногти, но ты минимум 1:15 будешь делать дизайн. Поверь мне, сложный, хороший дизайн – это 1:15, 1.5 часа. Так, что у нас с вами получилось? У нас вот так красивенько получилось у нас сегодня, смотрите. Nail Crust. Блин, я хочу такие ногти. Давайте быстренько со стемпингом. Раз я уже... Меня менеджер поругает, наверное. Она сказала: Катя, был заявлен пастельный стемпинг. Давайте что-нибудь хорошечное сделаем по-быстренькому. Даже стемпинг, казалось бы, быстрый вариант дизайна, понимаете? Но он не должен стоить дешево, понимаете? Вообще дизайн, считаю, не должен быть дешево стоить. Просто многие как делают? Они не ставят цену на дизайн отдельно, у них все включено. Неважно, какие ногти, цена всегда одна. Просто в этом случае нужно поставить какую-то такую прям среднюю цену, не дешевую. И если клиент делает с дизайном, ну окей. А если без дизайна, ну вообще супер. Понимаете? Поэтому можно за дизайн не брать отдельно деньги. Но у вас тогда коррекция
цена за услугу должна быть такая, знаете, приличная по стоимости, что делают они дизайн, не делают. Тебе кайф, потому что это достойно оплачивается. А вам дизайн не кайф делать, потому что вы за это либо деньги не берете, вам неудобно. Понимаете, цена коррекции не сильно такая достойная оплата. И, соответственно, не кайф уже этот дизайн делать. Хочется что-нибудь быстро помазать ей, и чтобы она шла домой. В общем, вы знаете, все зависит от мастеров. Если мастер хочет работать через творчество, он будет работать, у него будут такие клиенты. Если вы ленивая задница, то ничего не будет. То ничего не будет. Так, берем 416, 414. Сейчас сделаем просто стемпинг быстренько. Сейчас хочу сделать с градиентиком. Так, делаем быстрый стемпинг. Сейчас поделаем с моей любимой пластиной. У меня, конечно, любимая пластина — это ботаника. Там куча всяких мух, листиков, цветочков. Обожаю. Сейчас мы ее будем красить. Сейчас мы будем раскрашивать мух. Я в прошлый раз вам показывала, как их подкрашивать. Давайте сегодня прям поподкрашиваем. Прям так конкретно. Чтобы такой был разноцветный стемпинг. Мы специально сделаем градиент. Предлагаю не делать сильно сложный градиент. Не заморачиваться, чтобы время не тратить. Этот градиент нужно просто зачем-нибудь прятать. Спрячем мы его за стемпингом. Поэтому я последнее время полюбила. Делаю в один слой стемпинг. Ой, градиент. Такой грязненький. Мне так нравится это сочетание. Сделала его грязненький. Такой быстренький. Сушим. Потом берем, например, голубой номер 10 лак. Он как раз по цвету нам подходит под гель-лак. Ну, очень похоже, да? Не одно и то же, но подходит. И прокатываем на весь ноготь что-нибудь. Ну, можно вот такие листики положить, разные варианты. Так, у меня почти закончился мой двухсторонний скотч. А, вот он у меня есть. Сейчас, секундочку. Очень люблю работать двусторонним скотчем. Так, всегда себе кусочек нарезаю. Так вот, тыщ. Так, быстренько. Это у меня Эми Мастер. Через 6 минут созвон. Надо успеть. Вы же знаете, да, что пакет Эми Мастер, там есть бесплатная сессия с Екатериной Мирошниченко. Вот, и сегодня у меня такой Эми Мастер меня ждет. Поэтому мне надо сейчас вот как раз вариант быстрый. Сейчас мы делаем быстро-быстро. Так, давайте сразу тогда вот такой зелененький нам тоже подойдет сюда. Мы сейчас будем делать разные листики. Вот такие. Это даже не листики, это папоротник. Это такой папоротник. Ну, поехали. Голубенький. Нам просто вот эту границу, ее нужно немножечко снивелировать. Что вроде как градиент был, но мы спрячем недостатки. Так, вот здесь вот еще один папоротник есть.
Еще разочек. И можно, например, зелененький листик какой-нибудь, какой возьмем. Давайте тут вот такие у меня есть две штучки. Я очень люблю с градиентом работать, но, блин, сволочь, долго его делать, поэтому если делаете, как-то хитрите, чтобы можно было его припрятать. Видите, что он раз и прячется. Так, что еще сюда? Хочется еще. Еще. Ну, давайте вот такую вот веточку, что ли, добавим. Ой, господи, ноги уже пора обрезать, Матерь Божья. Вот так вот. Вот хочется еще голубенький. Что-нибудь из голубенького. Так, что мы из голубенького? Ой, давайте не голубенький, давайте вот добавим сиреневый. Ой, боже, как красиво! Боже, как же красиво сейчас будет. Ну, такой вот цветочек. Цветочек. И можно вот здесь вот где-нибудь сиреневенькое на самый край. Ну, давайте вот здесь вот такой вот тоже полупрозрачный. Так. Так, сделали. Кстати, сейчас предлагаю теклосом перекрыть. Очень много уже лака. А лак — это такая история, знаете, чтобы тут еще стояло все, не скололось. Все, это, смотрите, это мы всего лишь фон сделали. Стемпинг тоже может быть очень сложно сочиненный вариант дизайна. Сушим. И теперь берем самую красивую муху. Какую мы будем раскрашивать? Давайте вот эту возьмем, черненькую, да? Так, к ней нам понадобится, значит, белый стемпинг. Краска черный и желтый нужен стемпинг. Юля, а принеси желтый лак стемпинг. Так, мы пока моем пластину. О, благодарю. И желтенький нам сейчас понадобится. Так, как работаем? Сразу готовим какую-нибудь кисточку, которую не жалко в лак ее испортить. Так. Первое, черненький берем лачочек. А, нужно открыть сразу. Белый открываем лак. И желтый лак открываем. Конечно, не на руку мы это все выкладывать должны. Сделали.
Жирновато лак, кстати, положила, видите? Надо чуть-чуть потоньше ложить. Сейчас, скорее всего, размажется. Так, надо убрать все-таки. Ну ладно. Испорчу. Вот так. Ну что, прикольно. Все. Можно еще одну муху. Что-то я тут разошлась вам, да? Чуток. О, тут есть стрекозка. Давайте стрекозку сделаем. Она маленькая. Блин, у меня уже человек ждет, а я такая тут вам разогналась. Показываю. Ой, прикольная тема. Девочки, учитесь стемпингу, не ленитесь. Потому что многие, конечно, не хотят заморачиваться, новый навык получать. Вот это тут же быстро надо работать. Здесь без раскрашивания, без ничего. Ну, все. Видите, и градиент, в принципе, не видно, что он был грязный. В один слой. Это штамп Эми, да. Это единственный штамп, который я сейчас оставила в ассортименте. У нас еще были два штампа, такие прозрачные, поменьше, примерно такого размера. Но я остановилась на этом. Те штампы мы все распродали, их уже нет в наличии. Вот, я решила, пусть лучше будет один дорогой штамп, но он прям идеальный. Потому что здесь, видите, здесь дно снимается. У тех дно не снималось. Вот здесь можно пальчиком додавливать, когда нужно по кутикуле продавить. Вот, поэтому я решила оставить вот этот штамп, пусть будет он один. Он дороговат, но он классный, понимаете? Так. Да, материал для степпинга специальный. Понимаете, краски, это лаки. Вообще, на самом деле, это вот лаки, понимаете? Я вам в самом начале, помните, брала самый обычный лак и делала обычным лаком. Но ему чего не хватает? Он быстро высыхает. И он прозрачный лак. Вот. А для стемпинга, вы видите, они идут очень плотно пигментированные. Это мы специально так готовим, грубо говоря, варим. Так варят, понимаете? Поэтому где-то пометка стоит стемпинг, это лак. Смотрите, здесь не краска внутри, здесь лаковая краска. Вот сейчас вышла новая коллекция. И эта новая коллекция идеально подходит для Soulful Morning. Вам, в принципе, достаточно вот сейчас весну-лето отработать, купить одну коллекцию гель-лаков, коллекцию стемпинга пастельного, и все, и у вас будут вот такие все няшечные, нежнячные варианты дизайна. Представьте сюда еще слайдеры, классно, шармиконы. Обещали штамп? Да нет, не обещали. Там коробка так сделана, что в этом наборе, в принципе, не может быть штампа. Он туда, в принципе, не влазит. Это, возможно, неправильно поняли. Новую коллекцию... А, блин, забыла, простите. Новая коллекция. Так, где моя выкраска? Юля, а принеси, пожалуйста, выкраску под новую коллекцию. А, она у меня есть, прости, пожалуйста. Все, нашла. Вот она, новая коллекция. Все, Юль, прости, нашла, да. Смотрите, очень нестандартная подборка гаммы, скажите. Вообще, в принципе, вот, очень классно. Офигенно. Не знаю, я прям... Ну, мне очень нравится сочетание. Во-первых, все цвета базовые. Они все всегда ходовые для разных категорий клиентов. В основном у кого теплый цветотип, но все равно, даже если у вас холодный подтон, ну, все равно вот бежевый хорошо будет, и фиолетовый хорошо, и красный, и зеленый. Там, возможно, 406, 407, хотя они тоже базовые, но это, например, любят женщины с таким теплым цветотипом. Это лето, это осень, вот им тоже классно это подходит. Ну, больше даже для осени. И вообще просто классная коллекция. Коробка офигенская, смотрите, как прикольно. Ну, здесь по стандарту ложечки, наклеечки. Вот.
Но я сейчас выкраску не буду делать. Мы уже этой коллекцией начнем работать, когда она точно появится на сайте. Сейчас просто вам такой анонс. Она, по-моему, с завтрашнего дня уже в продаже будет. И я так думаю, что на этой, либо на следующей неделе посмотрим. Уже мастер-классы я и девочки мои начнем вести на этой коллекции. Вот. Ну, я пока сейчас, видите, работаю коллекцией Soulful Morning. Вообще очень много коллекций мы выпустили, потому что мы, видите, мы сейчас базовый ассортимент меняем, поэтому у нас сейчас много новинок выходит. Так, все, мне нужно бежать. Всем хорошей рабочей недели. Эфир прямо сейчас выкладываю. Пока-пока.